Готовые помогать. Уссурийский отряд добровольцев прошел обучение. Пятый слет волонтеров помог активной молодежи получить новые компетенции для личностного роста и научил работать в команде. 2018 год президентом объявлен годом волонтера. Для Уссурийска год тоже оказался особенным. Пятый раз на слет собираются местные добровольцы. Сотни парней и девушек в течение дня проходят мастер-классы, деловые игры, тренинги и квесты. Здесь учат работать в команде и развивать личные качества. Администрацией отрабатывается момент создания волонтерского молодежного центра, где, возможно, лучшие проекты и под руководством молодежи, волонтеров будут двигаться на территории округа и края. Антон Половной стоял у истоков зарождения волонтерства в Уссурийске. Теперь сертифицированный тренер обучает новобранцев. Молодой человек заметил, что парни охотно идут в ряды волонтеров и участвуют в разных акциях. Добровольная помощь дает определенные преференции молодежи за активность. Это большая перспектива для их будущего. Это стаж работы, который у них накапливается, и потом они могут... Это результативность их всей работы, то есть дополнительные благодарственные письма, грамоты. Все это есть, все это поощряется, все это награждается и добавляется просто элементарно к поступлению. То есть парень поступает в высшее учебное заведение, у него добавляются баллы. За 5 лет в Уссурийске развивается несколько направлений волонтерства. Экологическое, где молодежь благоустраивает воинские захоронения и памятники культурного наследия. Социальное, участие в форумах, спартакиадах, олимпиадах, причем не только на краевом уровне, но и на всероссийском. Последние 3 года активно развивается новое направление – ликвидация ЧС на территории округа. Волонтеры оказывают адресную помощь пожилым людям, людям, которые в ней нуждаются. В данном случае это адресная помощь по благоустройству придомовых территорий, санитарная очистка и уборка домов от последствий чрезвычайной ситуации. В рамках культурно-патриотического направления в Уссурийске уже прошли экскурсионные квесты, где экскурсоводами выступили представители волонтерского движения. Добровольцы помогают и в формировании здорового образа жизни. Сейчас представители движения закрашивают настенные надписи, которые пропагандируют психотропные вещества. Я просто не люблю, я не пью, не курю, мне это не нравится. Не знаю, не присоединюсь к тому контингенту, который есть вообще. Мне просто нравится помогать людям, в основном так. В год волонтера уссурийского добровольца отметили на уровне страны. Галина Желудкова – волонтер серебряного возраста. В июле получила почетный знак «Наставник молодежи» в Совете Федерации Федерального собрания России. Яна Романюк, Наталья Зайцева, «Панорама».